Здравствуйте. Камерова Анара Акылбековна, магистр маркетинга, старший преподаватель кафедры учета и управления. Хочу предоставить вашему вниманию лекцию на тему сущности понятия управленческого учета, классификация затрат и методы исчисления себестоимости. Согласно предмету, управленческий учет является наукой такой же, как и бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет используется внешними пользователями, так как управленческий учет определяется внутренними пользователями. Задача управленческого учета состоит в том, чтобы предоставить руководству информацию, обработанную своевременно, корректно и полной с целью улучшения деятельности предприятия. Своими словами можно сказать, что управленческий учет – это учет и контроль всех хозяйствующих субъектов подразделения предприятия. Согласно управленческому учету, руководитель может контролировать все свои затраты, а согласно контролю всех своих затрат может определять уровень дохода будущего периода. Давайте с вами обратим внимание на слайд, который указан, подходы сущности управленческого учета. Управленческий учет делится на две категории, то есть это контролинг подразделяется и менеджмент аккаушен. Что это значит, мы с вами можем, что управленческий учет дает нам функцию управлять своими затратами. Пользователями управленческого учета являются внутренние пользователи подразделений, это цеховые работники, работники предприятия, а также администрация. Цель управленческого учета в первую очередь нацелена на оказание информационной помощи руководителям, а также административным работникам. Контроль планирования и прогнозирования экономической деятельности предприятий и центров ответственности. Так как у нас с вами на сегодняшний момент приветствуется линейная функция управления, то есть тогда, когда работник может обратиться к вышестоящему звену и указать все недостатки, либо наоборот превосходство предприятия с целью его, конечно же, улучшения финансовой деятельности. Цель управленческого учета также является обеспечение базы для ценообразования, подсчета затрат. Каким образом это можно сделать? Значит, существуют у нас с вами производственные затраты и внепроизводственные затраты. Так вот, благодаря учету производственных затрат мы можем с вами спокойно формулировать калькуляцию себестоимости, именно себестоимости, производственной себестоимости, без учета накладных расходов. Давайте с вами посмотрим на слайд, который изображен следующим, то есть группировка по трем направлениям деятельности. Значит, первое – это калькулирование себестоимости, о чем мы сейчас до этого говорили. Значит, классификация затрат подсчитывается на уровне производства для того, чтобы определить исходную функцию ценообразования выхода продукта на рынок. Оценки запасов и незавершенного производства. В производстве существует такое понятие, как незавершенное производство или ТМЗ, товарно-материальные запасы, которые как раз-таки формируют будущий бюджет предприятия на изготовление следующей продукции. Для принятия, второе, можно сказать, для принятия управленческих решений, планирование и прогнозирование. Главная функция управленческого учета – это планирование. Все мы знаем с вами, для того, чтобы запланировать выход продукции на рынок, нам необходимо составить смету затрат. В смету затрат включаются все виды затрат, которые будут нести в себе стоимость товара. А управленческий учет дает нам такую функцию контроля для того, чтобы смету затрат написать правильно, доступно и своевременно, необходимо обработать информацию. Информация предоставляется внутренними пользователями для принятия управленческих решений. Согласно данной информации производится контролинг, где мы с вами просматривали слайдом выше, для того, чтобы контролировать общую нашу с вами прибыль. И, конечно же, функция в управленческом учете является регулирующая. Для того, чтобы регулировать свою деятельность, необходимо подсчитать общую информацию, методы учета затрат и, конечно же, маркетинговую деятельность. Отчасти управленческий учет является наукой как менеджмент.
Классификация затрат для расчета по экономическим статьям управленческого учета можно просмотреть следующие элементы. Первое – это материальные затраты. К материальным затратам у нас с вами относятся все те затраты, за которые мы с вами заплатили деньги, то есть имеющие материальную стоимость. За вычетом себестоимости возвратных отходов. Что такое возвратные отходы? Тогда, когда мы с вами закупаем сырье и материалы, расходуя их на определенный продукт, у нас с вами остаются остатки непроизведенного сырья и материалов. Второе – это затраты на оплату труда. Конечно же, к производственной себестоимости в первую очередь включается оплата труда производственно-цехового работника. Зарплата цехового работника – это прямая оплата труда. Отчисления на социальные нужды и амортизация основных средств – следующий наш элемент, который мы с вами должны просмотреть. Амортизация основных средств – это, конечно же, оборудование. Давайте включим с вами такой момент, что если в случае производства основное средство может сломаться, то есть образуется дефицит товара. Когда у нас с вами образуется дефицит товара, то доход производства, соответственно, будет уменьшаться. Для того, чтобы предотвратить вот эту вот самую неустойку, необходимо своевременно обработать информацию по амортизации основных средств. И, конечно же, прочие затраты. Давайте с вами посмотрим следующий слайд. Управленческий учет у нас с вами формируется по статьям калькуляции. Что такое калькуляция? Калькуляция – это произошедшее слово от слова «калькулятор». Для того, чтобы нам с вами произвести калькуляцию всех наших затрат или себестоимости производственной продукции, необходимо прибавить между собой все те затраты, которые несет производство на изготовление одной единицы продукции. А затем мы с вами находим общую стоимость по объему производства и, конечно же, по сбыту производства. Значит, первое туда входит сырье и материалы. Для того, чтобы качественно закупить сырье и материалы, необходимо изучить управленческий учет, то есть это обработать информацию по качеству сырью, затем по количеству закупки данного сырья. Количество закупки данного сырья, конечно же, должно у нас с вами соответствовать количеству готовой продукции. И, конечно же, это покупные изделия, полуфабрикаты, те, что будут входить в производство готовой продукции. А также тара упаковки этого товара, транспортировка товара, накладные расходы и административные расходы. Все эти статьи калькуляции включаются в себестоимость готовой продукции. К административным расходам мы можем также с вами обратить все те расходы, которые входят не на единицу товара, а на общий объем товара. Значит, по степени однородности в управленческом учете затраты делятся на одноэлементные и комплексные. Давайте с вами посмотрим это в следующем слайде. Одноэлементные затраты – это затраты, относящиеся к данному предприятию, не могут быть разложены на слагаемые. Одноэлементные затраты, допустим, можно сказать, на производстве машиностроения есть единица – это одна машина, в которую входит общая стоимость всех затрат, которые на протяжении могут включаться не одного месяца, а квартала, полугода, года и так далее. Одноэлементные затраты, как правило, включают в себе не только производственные расходы, но и накладные расходы. В отличие от комплексных затрат, это те затраты, единица продукции, которые включаются несколько экономических элементов. Значит, в комплексные затраты может включаться производственные затраты на несколько количества единиц продукции. То есть это является ассортиментом товара. Согласно нашему слайду, мы можем с вами посмотреть, что способы включения себестоимости, это мы с вами увидим в следующем слайде, прошу вас обратить внимание, затраты делятся на прямые и косвенные. От слова «прямые» мы с вами видим, что данные затраты прямо пропорционально входят в стоимость продукции, а также не только в ее стоимости, но и ее реализации. Управленческий учет у нас с вами работает над тем вопросом, чтобы качественно и выгодно реализовать продукцию для того, чтобы предприятие получило наибольший доход
необходимо проработать данную информацию по изготовлению данной продукции. Вот если рассмотреть японскую модель управленческого учета, то она является очень эффективной. Мы знаем, что техника японская, она в основном у нас с вами направляется на Европу. С чем это связано? Это связано не с тем, чтобы захватить больше охват рынок, а для того, чтобы продать качественную продукцию по наиболее высокой цене. Здесь заключается в том, что японская модель управленческого учета, в ней нет такого понятия, как ТМЗ, товарно-материальные запасы, потому что мы знаем, что Япония – это территория маленькая, и склады, там строить большие склады возможности нет, и необходимости в них нет, потому что они работают на прототипировании, на 3D, 6D и так далее, то есть создают маленькую модель продукции в искусственном виде, распространяют ее в виде рекламы, а затем реализовывает товары только согласно заказным методам, по заказным методам. Тогда как компании LG и Samsung, конкурируя между собой, охватывают большую территорию рынка, вне зависимости от того, какую продукцию они могут им продать. Ну, прямые затраты, конечно же, это те затраты прямо пропорциональны. Давайте возьмем комплекс у нас телефон. Телефон в прямые затраты телефона входят, это сырье, то есть все те запчасти, которые составили модель этого телефона, и, конечно же, труд производственного рабочего, тот, кто собрал этот телефон. На прямые затраты у нас с вами накладываются накладные расходы. Без накладных расходов мы с вами не можем сформировать производственную себестоимость, так как есть такие затраты, как оплата коммунальных услуг, оплата налогов, оплата административных работников. В стоимость самого телефона входит только часть накладных расходов, потому что накладные затраты у нас с вами делятся на объем произведенной продукции. Есть затраты, которые входят на единицу продукции, а есть затраты, которые делятся на объем этой же единицы продукции. Ну, косвенные расходы – это общепроизводственные расходы. К ним нельзя, их нельзя прямо пропорционально отнести на готовую продукцию. Как мы говорили до этого, мы считаем на объем производства. Отсюда и выходят методы учета затрат. Значит, давайте с вами посмотрим следующий слайд. Этот слайд называется «По связи затрат с технологическим производством», о том, что мы сейчас с вами говорили. Значит, в управлении организацией помимо производства готовой продукции есть инвестиционные средства, есть те затраты, которые не связаны прямо пропорционально производству готовых изделий. Допустим, это может быть зарплата водителя, директора, да, либо зарплата директора, который является управленческим, и также это административные расходы, командировочные расходы, расходы по принятию, гостевые расходы, принятию гостей и так далее. Как покрывает организация данный вид расходов? Данный вид расходов включается на маржу, маржинальная стоимость, есть такое понятие в готовой продукции. Как рассчитывается маржа? К примеру, можно взять, что себестоимость товара составляет 35 тысяч тенге. Когда мы с вами идем в магазин для выбора какого-то либо товара, мы смотрим его реальную стоимость. Реальная стоимость для нас – это та стоимость, которая является витринной стоимостью. Выставлен товар на витрину, мы видим его стоимость, соответственно, мы считаем ее реальной ценой. Но производители многие для того, чтобы покрыть свои убытки, покрыть свои командировочные расходы и дополнительно административные затраты, они привлекают к себе маржу, маржинальную стоимость. Через некоторое время, придя в тот же магазин, увидев этот же товар, мы видим, что через пару месяцев этот товар станет дешевле. Вопрос, почему? Не потому, что он потерял свою актуальность, а потому что основная масса товара была сбыта по маржинальной стоимости. По той стоимости является завышенной. Разница между производственной стоимостью, реальной стоимостью и маржинальной стоимостью составляет не ниже 30% согласно производственным всем затратам. То есть маржа покрывает ту стоимость товара, которая является рекламной стоимостью. То есть товар, который мы продаем по заниженной реальной цены. Ну, это все у нас с вами, конечно же, определяет управленческий учет, потому что управленческий учет у нас с вами составляет калькулирование себестоимости продукции. Калькулирование себестоимости продукции – это мы взяли с вами калькулятор, занесли туда
туда все ваши затраты, и получилась общая цена продукции, которая включает в себя выраженный продукт в денежной форме. То есть сколько покупатель должен заплатить за данный товар, у нас с вами формирует калькуляционная себестоимость готовой продукции. За данную систему в первую очередь, конечно же, у нас с вами отвечает управленческий учет. Еще раз повторюсь, что нам необходимо качественно и своевременно посчитать все затраты. Для того, чтобы их окупить, необходимо установить правильную себестоимость продукции. Но при этом огромная задача в управленческом учете стоит в том, что у нас есть с вами конкуренты. Конкурирующая среда у нас с вами определяет ту самую себестоимость продукции. Чем ниже себестоимость, тем выше вероятность продать товар. Но чем ниже себестоимость, тем ниже предприятие получит прибыль от проданного данного товара. Так вот, управленческий учет определяет ту самую золотую единицу и включает в себя вопросы менеджмента и маркетинга. Мы знаем, что маркетинг определяется, его задача продать наибольший товар по наивысшей цене, то управленческий учет находит ту самую середину, и благодаря внутреннему управлению и внутренним показателям административный состав в лице директора определяет будущее готовой продукции, то есть ее себестоимость. Объектом калькулирования себестоимости, конечно, должны включаться и отдельные виды работ, то есть это технология производства по созданию нового продукта. Давайте возьмем с вами, к примеру, компанию Apple. Мы знаем, что компания Apple практикуется на выход, на выход продуктов последующими циклами. То есть первый у них выпускается, пятая модель, потом шестая, затем седьмая. С чем это связано? Это связано с тем, что люди ждут в ожидании каких-то инновационных технологий в продуктах, которые они уже имеют на руках. То есть данная система управленческого учета очень высоко развита, потому что прежде чем продать готовую продукцию iPhone 7, посчитав все затраты по выпуску этого продукта, по его транспортировке конечному потребителю, компания Apple выпускает ролики по данному продукту и тем самым окупает себестоимость этого товара, что очень хорошо влияет. То есть это тоже за это отвечает управленческий учет. Ну, давайте посмотрим с вами к следующему слайду. Виды себестоимости. Себестоимость бывает цеховая, производственная и полная. А что значит цеховая себестоимость? Цеховая себестоимость включает в себя только прямые затраты. Мы знаем, что есть, допустим, телефон, который включает в себя все запчасти. Это является его цеховая себестоимость. Сколько он стоит в цеху? За данную цеховую себестоимость отвечает подразделение, которое имеет непосредственно к нему прямое отношение. В подразделениях принято считать это прямой производственный труд. Производственная себестоимость включает в себя с выпуском товара. То есть в производственной себестоимости, прежде чем выпустить и отправить товар на цех, нам необходимо с вами посчитать его себестоимость производственную с целью его окупаемости. То есть для того, чтобы родился новый продукт, необходимо посчитать все его затраты, которые в него будут включаться, а также предпочтения покупателей и, конечно же, ассортимент конкурентов. Только после этого мы с вами можем выпустить товар на рынок. И полная себестоимость. Полная себестоимость включает в себя это все накладные расходы, транспортировка товара, оплата, если это имеется по импорту, таможенные пошлины, оплата налогов и, конечно же, это реклама, которая должна самоокупиться. Давайте с вами посмотрим на следующий слайд, в котором указаны международные стандарты бухгалтерского учета, производственную себестоимость и полная себестоимость. До этого мы с вами говорили, что в полную себестоимость должен быть включаться сбыт товара.
Если это производство передает в руки магазинам, то, конечно же, магазин добавляет свою определенную надбавку с целью получения собственной прибыли, но если это посредническая деятельность, то производственная себестоимость включается как неполная текущая рыночная цена. То есть последующим после того, как товар вышел на рынок, он уже должен выйти с маржинальной стоимостью, о чем мы с вами до этого говорили. На следующем слайде у нас с вами указано, это калькулирование себестоимости продукции по предварительным и последующим данным. Значит, предварительно это плановые, сметные, нормативные и проектные калькуляции. К себестоимости продукции входит калькулирование такая, как сметная, для того, чтобы на рынок произвести товар, необходимо в первую очередь записать смету затрат. Данную смету затрат подписывает руководитель. Если руководитель не согласен с этой сметной затратой, то необходимо перейти к нормативной смете. Нормативная смета включает в себя определенные нормы выпуска товара. То есть, если в смете затрат мы с вами запланировали произвести 1000 изделий, то в нормативном затрате наши нормы сокращаются до определенного среднего уровня. Также нужно не забывать, что для выхода нового продукта необходим капитал. Предприятие может выпустить технологически инновационную новую продукцию, то есть изучить то, что есть на рынке, то, что предлагается у нас с вами, и то, что необходимо выпустить, но для этого необходимо посчитать наш капитал. Это называется последующие отчетные и хозрасчетные. Хозрасчетные нам необходимо взять определение расчета будущей цены и возможностей предприятия. На этом мы с вами нашу лекцию заканчиваем. Все, что мы с вами до этого говорили, необходимо учесть, что управленческий учет очень тесно связан с бухгалтерским учетом, с налоговым учетом. Он необходим точно так же аналогично, как и бухгалтерский учет, но разница в нем то, что бухгалтерский учет публикуется в СМИ, управленческий учет, он является секретной функцией. Внутреннее управление организации решается на внутреннем управлении. Благодарю за внимание. Большое спасибо.